Свадебный ажиотаж в Бресте в последнюю зеркальную дату 23 декабря 2023 года удивил. 24 пары заключили брак. И это зимой, когда традиционно сезон свадеб проходит весной-летом. Сотрудники ЗАГС объясняют это просто. Молодожены очень надеются, что магия чисел поможет им построить крепкую семью. Сегодня, когда у нас остались буквально считанные дни до наступления Нового года, в отделе ЗАГС Брестского горосполкома последняя красивая дата, которая пользуется популярностью у наших молодоженов. И сегодня, 23.12.2023 года, узаконить свои отношения пожелали 24 пары. А это значит, что 24 семьи у нас сегодня будет создано. Хотелось бы отметить, что у наших молодоженов в последнее время пользуются популярностью так называемые красивые магические даты. В отличие от тех дат, которые были раньше у нас, как День Святого Валентина, День Святых Петра и Февронии, выбор их так называемой красивой даты, они поясняют о том, что если зарегистрировать брак, создать семью, именно в такую красивую магическую дату их семья будет крепкой, а союз надежный на долгие годы. В этот день хрустальный зал ЗАГСа заиграл яркими красками, улыбками и незабываемыми эмоциями, которые надолго останутся в сердцах всех присутствующих на свадебных торжествах. А магическая дата только добавила шарма и тепла этому особенному дню. Незабываемые клятвы, родные и близкие, которые все это время были рядом, поддерживая молодоженов и разделяя их радость. Искренние слезы не смог сдержать никто. Это случайно получилось. Мы только потом поняли, что она красивая. Год. Еще нету года. Я тебя люблю. Я тебя сильно люблю. Года. Уже больше даже, год и 7 или 8 даже. Что подумать, что здесь? Мое. Сразу мое. Тебя люблю. Счастья, взаимопонимания и непроходящей любви мы желаем всем молодоженам. Войдите в новый жизненный этап счастливы и с уверенностью в друг в друге. Василина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.